Ир бұлзан, пұшланат және бұрнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун, ирхи шидзе етре, чевашин наци телевидение, тюре ференче, ир бұлзан кыларым. Ир будр хаква гураганзем, чевашин наци телевидение, тюре ференче, ир бұлзан кыларым, сырым бебрле паянебе, Дмитрий Вириев. Сылық сунады псире бұрнеде, деудашсы. Чынақта ир бұлзан кыларым бабрле, шыны гуна, и шыны ире, кәтсе илме, шымыл дарах, манжут па мәнжіндезен, ебір зірін валли, камала жекреген юру земарса барапар, мәнжіндезен дада езірде, хавар шын, ешивых шын нырзане, юдарзане, тыва нырзане, саламы ма бұдарадыр, вазангамы уне жекліме бұдарадыр. Пирым вконтакте сайт три ушкан сырым валли ужа, ша ушка на герзем, леди блин, ажа замахсам пиш заговар, ебе вещь фуа забарадап тюре эфирда. Ша вам бада, юдашсэм, халезер вырынжин джензик сэта дробузам, пирым бебрле зарядка думала, телевизор за сыне вайларах думала, карам вара задергушиня варза, таразабатван мала, хват варах кофе шмеле, шенагуна пирым бебрле тарас пушва мала. Халезерым валли, шагам бек саванышу юра тархашин кайрмар пушва Ватпар.
Юргут ирир будр сребур неде, хакву ураганзем, юдашсем, паян изр асту мастер булзан, варанзажит рагана булзан, паян юбавеген сакрмаже, паян итваригун, хале ир булзан гварам зрим беберле, паян юбавеген сакрмаженже, бедам тенджибе, хевелле елгулуку не паводаваше шавам бада, юдашсем, изр хале варанзажит сен, юратна жена, елгулу, кадар цабар перле, еще не гуна пучворых, даваза в иворах, чупту за эльме дебуда радар шагово иргине ирех, варандажит ме пидала их позже. Тогда иргине ирех, камаважи клеме, ирбузан гавара мурва, юдаш сане даван за не, млете блин, аж замах сэм, бе, камаважи клеме пидавай, пида аван, пида телели бума боже. Пирен ушкан зрим вали уже, я ван гибе гех, пирен вконтакте сайт три ушкан, ша ушкан на герзе, и зрим мне блин, через заговор мабу дарадар. Я ван гибегех, я бы вещь тюре эфирда в лоза барада. Я ван гибех, что я ван гун я джибе, тогда вот ты у я в зембеде с вам вама пуда рада. Пша вам бада, халя, аллаки с я телефоне или за е компьютер мне варза, и зир, мне блин, черза хвар. Пирам вконтакте сай три ушка на. Халя, и удар сами бер положат пар гороскопа. Мен хадар лизагуна, пире паинги гунаша удар зем. Полер хажакна. Тем пенгигун чивыхчин нашанма онышлыгун вэлтире улдаламасть килзер шурцэр чэре джунагурзан пулышмазыр иртиан гайр шинганаж зинетлезе пызыкеныш твас хрушлых пур. Вагарзем сирненджи еукшагиме булдарать кайран хуйгра смардизессэн хаваращин зембе терастыдар мэнле матурда малэметле булныде паянзире пулыжайме твас эшпурнышлай мардизе азрхатараще вагарзене шилдарзем. Игреш сингашпа пачинь бласка мол жураля. Шага зире вейлрах пулма булыжа. Шаван бада пачинь булныжан ангулянар. Паян гигун егереш сень бочинче пиди нумай шугаш жураля. Менли ыры ябалада паян егереш сень камал не габардайме. Шаван бада вырца живырны лаяхрах пуля. Юрадаган раксем жэнь савны жинба пурынма пушлама шут тытма онышлы гун. Хаварыш чегень вырына паян тирбекер деспылась. Пурныш ралу жну зем тавас камал раксине каныш помасть. Арслан зень пурны жинче урых шерек уч сагайма онышлы вғыт. Анчахта чагуду маду махалли хезер хадер марха. Ютчил еврен деген курсине ширын малайық тапхыр. Шилдар зен паян арслан зене телевизор байшыни хабар зен пахмасын меще. Херзем. Эзир савны вали хадерлеген кетмень парнио на пиди хыда савындаре. Херзем паян эшпатни тимлі булеш. Анчахта шага сирын тавра речин зене тарыхтаре шеш. Мэн жын дезен везем тимлі хпе мыран сымах пыльдерышне патраштараща. Шамын бада херзем, паян пурнышри наджар саман сімбе хурлан мажешмар, лайхи зімбеде келенме хужаще сере шылдарзем. Таразазем. Панаш сыр был задух на яволажен хурлан заантарыр. Хаварын шугыш хватне лайхрах ишлеттерер. Хыне еверле телен мелле шугырсем хайзимех пуча гареш. Варенме бушлама анюргенер. Варенне нехы жанды каямар. Диван шинже вуртма вуғыт пурбылзасын вара вырдыр теще шылдырзем таразазине. Скорпион зем. Сире паламан чин зем хана на чин зенде каймазыр ан юлыр. Эзерунда пурнеде савындарзан нумайлыха асра юлна шин был садрадыр. Паян зер малашне серин пурныша пызык вырын ежын мабылдарган шинна гурадыр. Юратны шин сире паян пачах анланме. Ухажизем. Паян лайх вечленеген ябала лайхах теген шуғышпа ыйға будаща. Паян егун ухажизне пиде темлі пулмасы неще шелдерзем. Хавара мангерлине аза елерде шав эмеде пурнышлама чундан дырышыр. Тугаджагизем. Сывлышри тугаджагизем паян егун телей жүмне перензе шешмар телей этыцах да гуреш. Анжақта паян вазем пиде черчень. Кашине ужилма андуғыр. Камыла гайман жинба палашма пулдарадыр. Шывдыган зен чуинже баян кунебе хевельбэхе. Чак хаварын телейлі гамала ыттыземде курза савынеш. Паламан чин зене баян хекун хаварын чин ричерден лихтуемне каламазан аванрах пуле дезе азыргатара шешелдірзем. Пулызем. Пулы керек мінле командыра бұлзан да анааны жу кадеть. Пулызем мінде бөлін тавичин ва тызем галашле шитче вишсе піррегазаща. Чапла бұлзан да кедмен я бала сексе духма бұлдарать. Пулызем жин баян хекун хаюлых пухса хызем мінді вастенне ыттызне пілдерме онышлыгун. Шу
Башкарда паенхи гун пиде сиветре иргине ирех виже градус ожаганаче шавам бада хаква гураган зэми зир паену рама ожарахтахан затугар сывыха эзер ширипледер шириплет медражар иргине зарядка дума даражар таразабат ванар ага калабар сивет сен халя ага сивывыха читре тада тоханны бе ожарахтахан бе барлех таразабат ванны де пальдерешле шак ергезене жуда илне кирле булма вударат шандалык сивит сен. Шандалык сивит сен кошман кижер шерул мину майрах шимелле. Тымар жи мэнсэсэм лайх тарандарашчыка намар, тада организма энергия вэлладаган кирле ябалазымбе клетчатка ба сахар ба тивиштерешче. Шабам баса дель жинче херле кошман кижер шарак шерул ми яванах пузан аван. Тада имбер иттыдгэмлэх шимелле вэзэм сивере лайх ожидаще. Имбере чее соуза какая журбине хушмайорат анчах урама духазуммен тахым лихе абач шиме тада шевек эшме юра мазикен вазэм может небе урама мунчах ищен хибегех тугадар шава намайшон запазова сыде часах тахым лихсэмбе киле тавранзан узагурмалла вазэм урамран урамрашан нахыщен лайхошан ма пулжаще тарле подану майрах шимелле сиве дабхарда чи узы лаирхи абатвал ожа подам навал нумайлага ожадать вайгердет она тазатман рисран, хурадуран, кукурусран, вирге, бебе, каванран, пожермелле. Тежелизем, бэушкан ревитаминзен, шел гуже, вэзэнже, лаях каможен явапла стресспа, апати, бекрешпи, божаган кальци, магни, фосфор буртада. Шулы каек, кежек аш некагайне нумалах шимелле, шхелле, хурба, хелле хурба кергунеда да хурба кавагала какая чанжан грелка еврех ожидать вол калорий ле шуло белок пагаль себе цинк па тимер бе беута бепре беике аца витамин зембе пуян какао шмелле да да шак шевек камалажек лет ожидать какао поржинже лаях камал амина южеге триптофан бур шаван бегех войхал кердеген варанма божаган кофеин да мойор жмелле шимедр шмала ун узыл ошу зэм, калорий зэм, лайох камо витамин зэм, бе минерал зэм, бор таслі хрен, е витамин, сиве пюлемри, тибе сывлажа була, тибе ген юде пулажать. Оштархан майоренже, сивере пиде керле йод, ну май, кергунне, ябалазын, мажынове позавазран, тирозин, амина южик керле организм, она абат паперле йод, чиделек ле ильзен, кана дозаговар ма пударать. Самах май, тинес пулы, нерв сене, вапландарать, белок почиделек леди виштерет, вол вара сивере ожа шандава кринжен чивай и тварах кирле шамам бада юдашсем хелле кергунне сиви жандавак шитсен терас абатван мабышвама совдавзем тадада нумайрах терас абатванар иргинеерех пода нумайрах шир кумышин дедешиме манзан гайр тада сывахлы булма телели булма шивахшинзене юратны саламваны пидавайва булжат шамам бада пирым в контакте сайт рушка найзер халякими рбузан халякими эльгередерха ушка на герзе меня теплен салон зим жирзахвар и обещал залом занять тюрей ферда было забарада пурди ильдеще шавам бада изир юдар зане кама изир савам мадар изир кава захвар рва зане сана халя телевизор базавам ваши резе вазем телевизора ярза эльгер чердезен халява разыгам вали тебер савана шо юра тархашин.
Агавзем, я зирпирим ВКонтакте за трюшка нравящих заговарно саламзем, халех влазовам васкадам. Канаша ННД, напольные котяки ЯНД, Абрамова, Светлана, Чуравна Кунбасовам, Вашен, Ирвах, Сывах, Сунашен, Сам Благанизем, Аня Храмова, Диана, Данил, София, Ксюша, Шамбада, Савам Влад, Парибир, Светлана, Чуравна Гуньяджибе, Канаша ННД, Бурнаган, Светлана, Ибриди, Савам Влад, Парзыре. Вероника Алексеева, Черзахварна, Паяна, Падрель, Районин, Джей, Туры, Пюртля, Ялин, Джей, Михайлов, Ивана, Шуравна, Куня, Джебе, Савам, Латпор, Шкула, Ваях, Варен, Зе, Падерме, Алла, Тестат, Ильзе, Малала, Варен, Мешидену, Санетпер, Сыв, Губудар, Емагу, Вероника, Шалу, Артем, Иван, Чанахта, Одна, Джузем, Зире, Нумайрах. Тадам, Налеси, Варионова, Черзахварна, Вырсла, Черном, передаю привет всем бойцам российских студенческих отрядов, желаю всем продуктивного дня и отличного настроения. Чонах так ураган зем сире пурнели паянги кун нумерах он уже суданскилет. Тогда дебер теми же за вам паянги кун. Шуравногун, Яджибеса, вам ваше, Ирина Ивановна, Юда Жезем, Тавани Зем, Ирина нам, Черетли Шуравногун, Яджибеса, вам Латпор, Ирвах, Пурвах, Сывах, Пудар, Пурна Шули Женже, Пызак Шилин Зем, Зунатпор, Юратна Женже, Ирина, Иберзана Юрадатпор, Шуравногун, Яджибеса, нас, вам Латпор. Тадам, Паенхигун, Теберза вам, Паянки гун савам ваше, чуравну гун яджибе юбилей, яджибе чичивых та юратна шинна мра, аннене, азаннене, кугамая, Иванова, Валентина на нашит мальчуги юбилей яджибе. Иберзана пидых ида юрадат пар эзэ пирен парден бэр юратна да юратна чичивых шин, сана чунджере рен хебердезе юратса тав замахе калат пар. Юбилей яджибе чунджере рен дуаган чигры да уже замах сэмбе савам лат пар зана. Уехпек шуда кунжу, шургихи вельбек ирокомал, чаваш юманебек ширепсывлох, кушту уделей, туставан зембер шаговда саборонма, шуда раскал, хуржеранда ширепсывлох, инжечу убек ворам эмер, сунат парпурна шри кашни удому ирлохпа, саванышпа, шуда эмет сембед удар, танжери мен бурырыне шеш сунат парзана юратна, а не азанне кугамай. Явана хавасуда ира, чунубач амрак пул, чиржер мен не пельмез, пирен таван килешне упразену майшу упорен. А джузен да даману гзен пархадарне эмер-эмер курмала бодр шуравны гуня джибезана тебер ход савам латпар. И бирде савам латпар зире чундан джеререн. Чинахта жагринбек нумай замах шерзагварна зире савам лаза. Тадам паянки гун савам лаше Галина Петровна шуравны гуня джибе. Галина назовем ваше, он ба вуну жуга ва подерна одноклассник зем парлеверени генезем завам ваше ирцегане жировну гуня джибе ебер за наш амбеге хтюра датпор хватах тель булас че замбаде зе черзах варна савам ватпор. Тогда по янхи гуня жировну гуня джибе завам ваше Никита Лазарева, Никита наиште жезем завам ваше Юда жезем, Никита за намал вада эшрен умарах он на жезем пударулах намал вада адавандар запыр жировну гуня джибе за Она же зем за данную майрах телей юраду. Чуравна гуня джибезре, Никита. Тогда паян чуравна гуня джибеза вам ваше Елена Студенцовна, Елена Юдар зем, Таваня зем за вам ваше, Елена Санайбир, чуравна гуня джибеза вам латпор, она же зем за натпор, сылох был, телей ли был, шрену майрах сана, она же зем, пудару лох, адаван забудар малала, сылох телей, она же ворм гунжу, чуравна гуня джибе Елена. Иберде за вам латпор зере бурнили, Юдар зем, камон, паян чуравна гун, тогда цирин байн, мэрэдэ бэн уроху я вузан, цире пурнели ебер байн, он уже зэмзэнат пар паэн гигун зэрэн, комулло тогда вай хирца гайдар, шэна гун вай хирца гайдар дэзэн, юру зэмитлэмэлле, тэрэс юру зэмитлэмэлле, иргэн ерэх, шамэн бада цирин вали ебер, жагэнбэк юру ем варца барат пар халэ. Чуна маушрем.
Еще раз доброе утро всем вам, уважаемые телезрители. Сегодня в нашей студии в гостях старший методист Центра молодежных инициатив Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Марина Вдовкина. Марина, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Ну, какое настроение сегодня у вас? Как вы себя чувствуете? Осень как-то повлияла на ваш рабочий настрой или не имеет значения? Настроение отличное, тем более после мероприятия, которое состоялось в воскресенье. Это фестиваль работы молодежи. Все приехали бодрые, позитивно, зарядили энергией. Так что все отлично, замечательно. Ну, обо всем поподробнее. Вот, по поводу фестиваля тоже расскажете чуть попозже. Сначала хотелось бы узнать что за такое движение? Движение работающей молодежи. Сколько в ней участников? И когда появилось вообще это движение? Ну, работающая молодежь, она же всегда была. Почему и когда начало государство уделять столько внимания работающей молодежи? Особое внимание, конечно, уделяется вот в последнее время очень сильно, активно, и даже выступают ребята с предложением, почему бы не сделать год работающей молодежи. Вообще в Чувашской Республике по мониторингу 177 советов, это где-то около, ну, более 1500 человек, участников, но самое вот активное, это где-то всегда вот варьирует 30 с лишним участников, которые приезжают на все мероприятия, постоянные участники. Где-то больше, где-то вот меньше. И, конечно, бы хотелось бы каждым годом, чтобы на каждое мероприятие приезжало все больше и больше районов, предприятий, организаций, чтобы не одни и те же были. И мы делаем все возможное, стараемся как можно больше мероприятий проводить. 170 советов, ну, то есть советов в предприятии, 170 предприятий, в каждом из них есть совет работающей молодежи. Да. Чем занимаются эти советы? Расскажите, пожалуйста, про это. Что они делают? Ну, эти советы вообще не только предприятия, это организации, это и довузовские учреждения, это и садики, ну, детские сады, школы, союзы учителей, молодых педагогов, также врачи. И, конечно же, основные мероприятия и организации города Чебоксар и вообще Чувашской Республики вообще продвигают молодежную политику. Они участвуют в том, чтобы собрать по интересам людей, активистов, которые бы занимались молодежкой на предприятии, продвигали работающую молодежь, делали какие-то мероприятия. Если что-то не устраивает, допустим, выходить с предложением к руководству, чтобы, ну, улучшить качество и работы, и досуга молодежи. Соответственно, если что-то в работе не устраивает, также продвигают рабочие места, ну, чтобы что-то получше, если здесь не устраивает в отделе, чтобы перевести, может быть, там будет лучше. Создают условия для работающей молодежи как можно лучше, чтобы привлекать, потому что контингент все равно надо молодежь привлекать на предприятия, в организации, чтобы рабочие профессии осваивались. И вообще, также у них слеты, мероприятия, очень много спортивных мероприятий. И работают, конечно же, над тем, чтобы, когда приходит молодой специалист, осваивался лучше. Профориентация тоже у них очень развита. Также приходят школьники, студенты, они рассказывают о предприятии, что здесь тоже работает молодежь активно, чтобы шли на это предприятие, в эту организацию. Как относится к таким советам, к таким объединениям руководство организаций и предприятий? Ну, вообще положительно. Потому что они всегда знают, что хочет молодежь, всегда говорят, всегда поддерживают. Это же как бы и реклама для организации, что существует такое предприятие, что жизнь кипит, бурлит, все. Ну, возможно, я сейчас, может быть, некорректный какой-то вопрос задам, но все-таки нет ли такого, то, что в этих организациях, в предприятиях в нашей республике, да и вообще по всей стране, относятся к этому так, что все-таки опытный человек, ну, более взрослый, он работает лучше, чем вот молодой человек, который только начал работать. Но я к тому, что нужно ли, как сильно
сильно нужно привлекать в организации, в предприятие работающую молодежь? Не лучше ли просто найти уже человека с опытом работы, и чтобы вот он делал работу, знающий человек делал работу? Ну, вообще существует на предприятиях, в организациях наставничество. То есть с ними работают активно. Они, сама молодежь активная. И нет такого, вот я несколько, ну вот год работаю с работающей молодежью, и нет такого, чтобы кто-то жаловался, что вот молодежь пришли и что-то делают не так. Наоборот, все рады и очень активно продвигают молодежь на рабочих местах, вообще в организациях, предприятиях. Я знаю то, что вот и вы тоже сказали, то, что очень часто проводится для работающей молодежи, для этих объединений, разные мероприятия, соревнования, mm-hmm. концерты, какие-то конкурсы. Как часто они проходят? Ну, практически ежемесячно проходят, буквально вот, да, воскресенье, наверное, затрону, да, что прошел фестиваль работающей молодежи. В этот раз нас приняла Янтиковская земля, Янтиковский район. Mm-hmm. За организацию обычно берутся советы работающей молодежи, молодежное правительство, а совместно с ними мы уже разрабатываем программу, подключаются администрации, за что мы благодарим, и стараемся как можно больше охватывать районов, чтобы приезжать не в один и тот же район, а в другие. Это и спортивные мероприятия у нас проходят, это и в том году вот ввели мы караоке-баттл, очень понравилось, проводим зимние фестивали, летние слеты, боулинг очень хорошо у нас проходит мероприятие, очень активная молодежь, очень много команд обычно на боулинг, ну и творческие, вот буквально в ноябре месяце будет на лучший совет, мы будем выявлять, кто же самый лучший в Чувашской республике, кто лучший председатель студенческого совета работающей молодежи, вот, и узнаем, кто же будет победителем. А так ежемесячно проводятся у нас мероприятия различного уровня. Подготовка к таким мероприятиям не отнимает ли много сил и рабочего, собственно, времени, собственно, то, ради чего они находятся в этих организациях и предприятиях? Не мешает ли одно другому? Ну, конечно, очень много сил отнимает. Буквально ребята не спят по ночам, готовятся. Это же республиканский уровень. Всем хочется подготовить все на высшем уровне. И мы очень благодарим за это их, что они так серьезно подходят к этому. И очень рады, что они не отказываются в помощи, всегда помогают. И всегда люди, приезжающие к ним, всегда рады и отзываются хорошо о проходящих мероприятиях в данном районе. В прошлое воскресенье у вас был праздник, мероприятие, когда следующее событие намечается? Ну вот следующее как раз событие где-то в ноябре месяце. Мы будем проводить на лучший совет молодежи, выявлять, кто же самый лучший. И уже потом караоке-баттл уже в предновогоднем, наверное, где-то в декабре будем планировать. Чуть-чуть мы сдвинули рамки. Вот на лучший совет обычно либо летом проводили, либо вот в сентябре. То есть мы варьируем, немножечко передвигаем то или иное мероприятие. А кто, какие организации, советы каких организаций находятся в лидерах и претендуют на звание самого лучшего совета работающей молодежи? Лидеры, несколько лидеров. Ну, вообще, конечно, так сказать тоже... Ну, понимаю, что нельзя, но в прошлом году кто победил, какая организация? Совет молодежи Чапаевского завода. Вот. Ну, всегда в лидерах. Очень активно. Я могу сказать, кто более активен. Наверное, лучшие они все для меня лучше. А так вот активно это концерн тракторные заводы, Промлит, Чебоксарский агрегатный завод, это Чапаевский завод, это проект техника Ритм, Шумерли, Горд, это Илара, завод Илара, самое вот крупное предприятие это Химпром. Ну, очень-очень много. Советы молодых учителей, они не безучастны к этому, несмотря на все загруженности, особенно предприятия, когда посменная работа. Всегда удивляют, что они такие активные, всегда участвуют. И это тоже очень активно и часто нас принимает. Это и Вурнарский завод смесивых препаратов, филиал фирмы «Август». Ну, наверное... Все активны. Хотелось бы побольше, да, вот дальние районы хотелось бы привлекать побольше. Вот, чтобы они видели, заряжались этими эмоциями, этим позитивной энергией, чтобы какие-то мероприятия проводили у себя. Ведь они приезжают на эти мероприятия, делятся опытом, смотрят, как у других это проходит. Может быть, что-то взять себе на заметочку, чтобы проводить у себя. Ну, вот такой вот обмен опытом. Это всем полезно. Это и общение, это и дружба, и знакомство.
проходит. Да, спасибо. Марина, спасибо. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор о работающей молодежи. Всем вам еще раз, уважаемые телезрители. Напоминаю, сегодня у нас в гостях в студии старший металлист Центра молодежных инициатив Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Марина Вдовкина. Марина, еще раз доброе утро. Доброе. Сегодня мы разговариваем о работающей молодежи, об этом большом, сильном движении, которое есть не только в нашей республике, но и по всей России, потому что с каждым годом работающей молодежи становится все больше и больше. Так вот, Есть несколько сотен даже советов в разных организациях, предприятиях нашей республики, советы работающей молодежи. Они встречаются, обсуждают какие-то проблемы. Так вот, как раз-таки мероприятия, которые они проводят и для них проводятся, несут более развлекательный, так скажем, характер, потому что им нужно, ну, молодежь активная, им нужно направлять свои силы, энергию куда-то в какое-то нужное русло, или проводятся какие-то еще мероприятия, на которых они обсуждают, может быть, какие-то проблемы, образовательные мероприятия такого плана?
Ну, практически ежемесячно, либо через месяц мы проводим собрания с работающей молодежью Чувашской Республики, где приезжают представители каждого совета, ну, основные вот по возможности, и где обсуждаются вопросы, что для них нужно сделать, что там, какие плюсы, какие минусы, кого нужно привлекать, каких специалистов, чтобы рассказали. Это волнует вопросы, конечно, и команды образования, как привлечь молодежь в совет, потому что, ну, везде бывают такие проблемы, что хочется привлечь как можно больше, а при этом говорят, что либо нет времени, либо мы этим не хотим заниматься, да, и, как всегда, одна группа, там где-то единомышленников, 10-15 человек, все это двигают на предприятие, всю молодежку, вот, и поэтому решаются вопросы, конечно, на собраниях. Очень много вопросов решается на слетах советов работающей молодежи, это на российском уровне, который проходит ежегодно, вот в том году это было в Сургуте, в этом году у нас ближе уже было, в Казани проводилось, где очень много количества работающей молодежи, людей съехались, решалось много вопросов, писались проекты, они же тоже пишут проекты, выигрывают гранты, вот буквально в Казани у нас выигрывал молодежное правительство Янцевского района, Алена Николаева выиграла грант 200 тысяч на создание радио про Янцикова. Поэтому хочется, чтобы как можно больше ездили на эти слеты, учились ребята. Хочется, чтобы побольше выигрывали проекты, грантов, реализовывали их, чтобы их знали, видели и были воплощены идеи, то, что вот, ну, вот, осуществить на это, чтобы финансирование было. И все-таки хотелось бы поподробнее узнать создание такого совета на предприятии работающей молодежи. Какие, возможно, льготы или поблажки, или, наоборот, поощрения для участников этого совета от руководства организации и предприятий? Есть ли они? Ну, чтобы создать совет, собираются люди, активисты, как я уже говорила, разрабатывать положение о создании совета на предприятии, если кто в организации, если кто-то захочет, допустим, вот на базе своей организации создать совет, а потом это положение утверждается, и потом утверждает программу работы, по которой будут проводиться мероприятия какие-то, чтобы это было и финансирование выделялось на это. А вообще поощрения бывают у всех разные. То есть зависит от руководства. Вот я знаю, что у некоторых на предприятии, допустим, выделяют стипендию специальную, как стипендию главы, допустим. Если человек в течение года очень активный, у него есть портфолио хорошее, заслуги, он и как организатор хороший, и участвует очень активно, получает стипендию именную на предприятии, в организации. Также поощряют некоторые поездками в санатории, профилактории. Участвуют, проплачивают какие-то поездки, путешествия, имеется в виду, там, в города ближайшие. Ну, вот материально стимулируют, допустим, призовые места занимают, допустим, какие-то предприятия дают премию. То есть есть поддержка у них небольшая, может быть, у кого-то более, но это зависит от финансирования. Вот. Так поддержка есть в совете. Чтобы ответить сразу на вопрос, который, возможно, появился у некоторых телезрителей. Может быть, нас сейчас смотрит какой-нибудь работник молодой, который работает на предприятии, на котором еще нет такого совета. Что нужно сделать, допустим, чтобы вот вступить в ваше сообщество работающей молодежи? Если какие-то заинтересуют вопросы, конечно, можно позвонить в Центр молодежных инициатив к нам, да, мы уже подскажем. А так собрать советы, и все равно же он не один будет, этот человек, их несколько. Допустим, собираются, разрабатывают положение, на основании которого будут работать, и уже создают мероприятие, план мероприятий, уже в это мероприятие скидывают нам, мы уже знаем, какие у них мероприятия, куда мы можем прийти, куда они могут прийти к нам. Мы на собраниях рассказываем о том, что, какие мероприятия в течение года будут проводиться в республике. Соответственно, они могут и добавляться, если что-то интересное на собраниях решится, вот давайте вот сделаем вот, вот такое-то интересное мероприятие. Мы, соответственно, идем навстречу и уже делаем программу более обширную, добавляем мероприятия. Главный критерий молодежь, до скольки лет считается молодежью? Главный критерий до 35 лет. Конечно, очень много предложений хотели с увеличением пенсионного возраста, чтобы продлили до 40 лет, потому что они очень активные, хотят учиться
участвовать в этом, а вот эти вот рамки, конечно, очень их напрягают, смущают. Да, смущают, напрягают, и может быть, как со временем, конечно, решится вопрос, и этот возраст увеличит, мы надеемся, вот, ну, а так, да, до 35 лет, к сожалению. Главное же не то, сколько тебе лет по паспорту, да, а да. состояние души, поэтому, да. мне кажется, и в 40, и в 50 лет можно считать себя молодежью, а тем более работающей. Марина, я хочу пожелать вам и вашему движению, да и вообще всем участникам таких советов, работающей молодежи, удачи на работе, да и, собственно, да, в этом деле приобщения молодежи к работе в таких вот ведущих организациях, предприятиях нашей республики. Спасибо большое. Надеемся, их будет намного больше. Мы рады будем видеть в наших стенах эти советы. Спасибо вам большое. Удачи вам еще раз в вашем нелегком деле, но очень полезно. Уважаемые телезрители, передача «Ир Булзан» подходит к завершению. До новых всем вам встреч. Хорошего вам и удачного дня. Шишки.